think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, у нас продолжается сегодня тест нового героя 15-15. 30-й прорыв. Единственное, я здесь сейчас сделаю вот так вот, уберу пакт и прокачаю огненку. Будем делать дефный вариант, полностью дефный. Огненка СО попробуем, пока как вариант. Не знаю, хватит ли нам этого. Плюс поменяем здесь на священный суд. В общем, дефный вариант. Плюс я переролил тут все на уклонение. Ну, практически все на уклонение. Словить уклоны еморно. В принципе, нам этого хватает. На айсе классно падают. У нас хреновенько. Так, и ставим супер питомца. И того, что у нас получилось. 17 тысяч уклонения. В принципе, довольно-таки неплохой фуловый деф. Сейчас забежим на секунду. Я протестирую его на подземке. Мне интересно посмотреть на шестой подземке. 6-10 против демонов. Как он будет здесь держаться. И пойдем таким вариантом на битву гильдий. Посмотрим, что там с этого получится. Я показал его тест против других героев. И, честно говоря, я очень удивлен тем, насколько он просто их ушатывает. Топовых героев полностью всех шатает. Так, что у нас по дамагу? Ну, дамага, как видите, на 30-м прорыве нам хватает для того, чтобы разбивать здания. Вполне изи. Я бы так сказал. Супер. Вот что еще надо, вот скажите. Это бездонатный герой, ребят. Да, надо будет ресурсов дофига, чтобы его прокачать и прочее. Но от него пользы очень много. Ну, в принципе, подземка проходится на изи. 6-10. Однозначно, если я тем вариантом там быстрее убивал здание. Ну, тут мы не так быстро убиваем. Но зато мы не проседаем, нам просто пофиг. Сейчас интересно самый момент, когда он добежит к демонам. Без проблем. Но по нему миссуют просто. Не знаю, что будет на битве гильдий, потому что там его будут и блокировать, и прочее. Самая основная задача, это чтобы он включился. Поехали. Смотрим, что у нас сегодня по противникам. 1.8. 1.3. 1.1. 1.7. Ну, начнем с 1.7, значит. Будем пробовать попадать. Шанс сливом, ребят, максимальный, потому что здесь нету. Так, через кого это забежать? Землеройка, смотрю, на воодушке там. Его могут просто по нем попасть, блокнуть. То есть вариантов очень много. Самая основная задача, чтобы он включился. А дальше уже будет видно, как у нас по уклонениям, по прочему. Ну, видите, молчанка проходит очень даже легко. Возможно, есть смысл сюда Рудика закинуть. Он даже не включается. Вот миссует по нем, он даже не включается. Это то, о чем я говорил, что это одна из основных проблем будет. Это молчанка на нем, стан там и прочее. Это все фигня, видите, он просто тупо под молчанкой сидит. Хорошо, пробуем другой вариант. Конечно, это тоже такой вариант не ахти. Ну, самое основное, чтобы он включился. Он туда будет себя хилить. Уклонение у нас будет намного меньше сейчас. Ну, основная задача, чтобы он соло вытащил базу. Конечно, тут воодушек дофига нету, поэтому здесь все попроще. Он забор бьет. Нифига себе. Все, включился. Отлично. Смотрим. Смотрим, что у него там по отхилу будет. Ну, вроде себя хилит пока на фул. Бьет солдатиков и всех остальных вокруг.
попробуем, смотрим. Не знаю, что будет в итоге, сольемся, не сольемся. В любом случае, влепили лайк и смотрим на этого героя. Нету у нас смотра, видите, все равно землеройка, конечно. Это землеройка. Но он сейчас себя еще тоже не хилит. Смотрите, молчанка, этот не справляется с ней. Может, есть смысл обряд лечения даже ставить на него. Не СС-ку, а обряд, чтобы отхил был хотя бы с руки больше. 47%. 51%. Да, видите, проблема. Проблема под молчанкой. Как видите, печалька. Рудольф даже не спасает. 76%. Вот так вот мы набили. В принципе, я считаю, довольно-таки неплохо. Учитывая, что это бездонатный герой, учитывая то, как сейчас сложно против героев. Так, пробуем здесь, пробуем. Ну, если будет где-то возможность зависнуть. Самое основное, я уже говорил, проблему на всех битвах гильдий составляет молчание и землеройка. Смотрим здесь, посмотрим, что у нас. Отхил, как видите, очень маленький. Но все равно мы не сдаемся. Отхил маленький из-за того, что он дамажит по солдатикам. Надо все-таки для такого варианта, наверное, тестировать обряд лечения. Если цель битва гильдий, все-таки, наверное, обряд будет поинтереснее. Он будет хотя бы восстанавливать больше с руки. Там 240 всего лишь отхила. Возможно, с обрядом мы предыдущего бы затащили. Ну, для этого и есть тест. Сейчас попробуем, пока добьем юнитов, я не знаю, или мы доживем. Может, дальше получше пойдет. Но пока юнит есть. Уже 53% он нафигачил. Сейчас он начнет бить по героям, и мы будем получать обраточки. 64%. Ну, я не знаю, мне он даже при том, что мы сейчас сольем все попытки, мне он все равно реально нравится. 90%, ребят, 90% герой набивает. Однозначно плюс. Бум, Минотавр зарешал. Так, 1.3 тоже будем бить. Да, видите, соло он не тащит, надо будет попробовать его в паре с Варжеем. Этот что-то вообще. Сейчас нас командора тут зафигачат, наверное. Да, видите, надо юнитов сливать. Бьет по юнитам, соответственно, мало отхилит. Либо вариант обряд лечения ставит. Интересно, там было у нас проскочило недомогание. И по сути недомогание. Ну пока здесь, ну здесь противники, скажем так, герои у противника не ахти. Не могу посмотреть, как под недомоганием он себя хилит. Да, видите, от юнитов мало отхила идет. То есть это одна из основных проблем будет. То есть если на битву гильдии вариант либо сливать юнитов сразу, чтобы он сразу бил по зданиям и нормально восстанавливал, либо пробовать. Так, Зефир включился. Оу, 80%. Ушатали нас. Изично причем ушатали. Ну... 80% для героя, я вам скажу, это очень круто. Для подобного плана героя бездонатного, вы скажете, да, он у тебя кайфовые прокачки, да, он кайфовые прокачки. Но
Есть куча донатных героев, которые такого не сделают. Давайте попробуем другой вариант. Давайте попробуем вариант слить юнитов. Так, он у нас в красной фракции. Придется взять. Сейчас вместо Минотавра возьмем Анубиса сюда. Попробуем слить юнитов. Мне интересно, как быстро, за сколько он разрушит все. Так, у нас красный еще смотр ко всему, в принципе, не страшно. Так, Анубис, ты что творишь? Не надо всех сливать. Дикий Анубис. Так, все, юнитов разобрали, сейчас Анубиса разберут. Конечно, единственное то, что у нас смотр. Ну ладно, то такое. Интересно, сколько сейчас от Фрей. Ну посмотрите, как он здание фигачит. 46, 51. Блин, да круто он разваливает здание, я вам скажу. Прилетели. Просто изи. Нафиг ушатали. Просто тупо нафиг ушатали. Попали и все. То есть, то, о чем я говорил, что сейчас уклонение, по сути, хотя нам надо было другой вариант, наверное, попробовать использовать. Так, Матрона Божество. Попробовать вариант с максимум уклона и без смотра. Вот сейчас мы здесь это и затестируем с вами. Кстати, как раз против божества. Ну, то есть, видите, не будет он везде прям мега-мега вау. Но то, что он героя валит, это, конечно, очень круто. На битве гильдии сейчас ни один герой соло так фактически тащить не будет. Так. Так. Вот здесь он. Или это не... А, подождите. Там у нас 1.3 остался. Так, у нас смотр активирован. Это, конечно, не ахти. Здесь нету у нас... Конечно, смотр это плохо, но смотрим. Вот нету юнитов. Посмотрите, что он делает. Плюс суперпэт. От дамага, от хил он получает вообще изично. Жесть. Даже там блокировки, зефир дамажит. Ну да, он проседает. Посмотрите, как он разваливает. 100%. Зависли на одном герое, нормальное уклонение, и вот вам результат. Если нету молчания, и либо вариант еще ворошая подкидывать, чтобы снимал. Очень даже ничего. Вот чисто для этого реально мне он очень зашел. И реально герой кайфовый. В общем, такой вот тест я еще потестирую с обрядом лечения, чтобы определиться с чаркой, какая все-таки лучше. Ну, видите, есть разные моменты. Где-то это будет лучше, она будет увеличивать всегда отхил. Та будет лучше, когда, допустим, нужен подхил, и он атакует одну цель. Обряд лечения все-таки будет интересней. Плюс дополнительно добавит жизни. То есть, есть своего рода нюансы. Ну, это, в принципе, уже дальше на практике посмотрим. Ну, а так, герой, ну, не знаю. По сравнению с другими донатными героями, просто вау. Это просто пушка. Все, пишите комменты, как вам герой, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.